Друзья, всем привет! Вы на канале интернет-магазина Toys Kyiv, и сегодня я хотел бы вам показать решение такой нечасто встречаемой проблемы, но все равно иногда встречается, как не разлаживается ручка складного самоката. Вот мы ее натягиваем, а вверх она не идет, то есть как будто она заклинила. Сейчас я его разберу и покажу вам, в чем проблема. Итак, разобрали мы наш самокат. Причина крылась довольно-таки банальная. Часто обламывается вот этот зубец, который, собственно, фиксирует эту складную ручку. Вот если его пошатать, мы видим, что он шатается. Если мы его вынимаем отсюда, то есть мы видим, что он обломан. Осталось только заклеить клеем хорошим каким-то момент этот зубец. И, в принципе, самокат будет дальше работать. Сейчас мы это сделаем и покажем вам готовый вариант. Ребята, ну все, заклеили мы этот зубчик. То есть, мой совет вам, если будете клеить, вот такой вот саморез вкрутите в него. То есть, ну только подлиннее. А потом заклейте. Его можно также потом напильничком запилить, чтобы он не выступал, чтобы было ребро жесткости. Ну и плюс обязательно весь механизм, видите, обильно смажьте силиконовой смазкой. Любой, не буду рекламировать какую-то. Ну и готовый процесс. То есть раз, все работает, все складывается. Если вам что-то было непонятно, или вы хотите, чтобы я записал более подробное видео, или дал какой-то совет по другой модели, пишите в комментариях, с удовольствием вам помогу. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Кому мое видео помогло, поставьте, пожалуйста, лайк.